том городе, где я живу, Десногорск, за 20 лет социализма было построено 6 микрорайонов, то бишь полностью город с нуля. За 27 лет капитализма построили 7 домов, большинство из которых пятиэтажные. Вот он показатель. Это не празднословие, а данность, которую увидит каждый житель нашего города. Кругом возводится то, что обдирает население. Супермаркеты, налоговые, банки, здания судов или здания службы судебных приставов. У меня есть собственные глаза, чтобы видеть окружающую обстановку, а не пропагандистскую картинку из телевизора, которую госканалы лепят из кривды о росте благосостояния граждан. На атомной станции, что при Советском Союзе еще в 70-х запущена была, убрали вредность у большинства работников, даже у тех, кто помещения все вентилируют, что, соответственно, автоматически повышает на 10 лет выход на пенсию. Отпуск уже не в 2 месяца, как еще года 4 назад было, а только один. В целом, реальность нынешних дней ужасает. Особенно это касается общественных благ, точнее их постепенного урезания, и экологической обстановки. В этом отношении руководит у нас лишь одно правило капитализма. Чем меньше потратишься на выполнение экологических нормативов, тем больше премия у руководства, в том числе у акционеров, тем больше похвала от руководителей Росатома. В это же время те, кто осуждает мои политические воззрения, таких немало, хотя постепенно становится меньше, проживают практически все в тех же квартирах, что построены при Советском Союзе. Работают в тех же помещениях, что возводились еще в СССР. Ныне только сайдингом их обшили. 27 лет, разве это не показатель для того, чтобы определить лицо того или иного строя? А мы живем по тому же правилу, что унаследовано от Ельцина. Чем выше цена на нефть, тем крепче наша экономика. Чтобы выжить при этом строе, я обязан быть ханжой, циником и презирать всех вокруг. Всех, кто не разделяет мои каноны меркантильности.